Есть на княжем острове книга голубиная, но не всяк туда пройдет. Сторону былинную, там три дуба старые, к ним тропинки узкие, корни там твои, сынок, что зовутся русскими, что зовутся русскими. Здравствуйте, наши любимые единомышленники, соратники, приятели, близкие, друзья, знакомые. Сегодня у нас очень интересная тема. После сегодняшней темы вы получите прямой портал, новое знание и восстановление родового знахаря. То есть мы сегодня объясним, что такое родовой знахарь. Разберем наши руны, русские, трусские руны, нашу азбуку. И что такое характер и харизма. Вот мы говорили вам, вот вы видите, у меня есть знак, это вот наш родовой, вообще он нательный, то есть он носится на к телу. Но я специально его вытащил, специально, чтобы вы видели. То есть это наш родовой. Его объясню, откуда он произошел. Это был 1998 год. Даже 1997. Олесе, дочери, старшей дочери. Она в художественную школу ходила, замечательно рисовала. Я ей говорю: дочь, прими наш родовой канал. Объяснил, что там должно быть 4 рода. Арийцы, дарийцы, ведрусы, рассены. И ребенок ей на тот момент было 10 лет. 10 лет. Она села и приняла вот такой символ, знак. То есть это, если вы посмотрите, двойной символ рода, потому что у нас именно родовой, природный, поэтому мы родовые знахари, народные целители. И у вас такой же дар есть, если вы это смотрите. Правосторонний — это по солонь, по солнцу, это энергия, которую вы дарите, делитесь. И коловрат навстречу солнца, энергию, которую вы принимаете. Прием и передача. Вот это наш родовой. Это у всех у наших детей, у кровных. И дальше в ходе нашего развития именно вот это уже, если вот вы посмотрите, вот видите, это вот щит, он с кедра вырезанный. То же самое, это все дальше было развитие. И здесь вот, если вы на рукоятке, это вы можете увидеть на наших страничках, на моих страничках, на родовых истоков. Вот если вы посмотрите, там руны, наши русские азбука, наши руны, это русские руны, вырезаны в кедре. Меч острием вниз, охрана знания, охрана мудрости. Потом символ наш родовой идет. Именно вот этот вот в рукоятке. Вот идет. И затем мужское начало наверху идет. Перуница, руна сик, перуница. Видите? То есть это наработанное со временем. Вот. Это, видите, вы идет свадебник. И дальше в ходе развития. Это вот разные, я вам показываю визитки. Вам тоже нужно будет делать свои визитные карточки. То есть это тоже, видите, символ рода, он уже тройной. То есть мы энергию делимся, дарим, затем принимаем и снова дарим. Он тройной, символ рода. И если вы посмотрите, видите, везде идет свадебник. Это вот для Германии. То есть в Германии, когда мы ездим, здесь написано на германском языке, это именно для Германии. Допустим, для Германии отдельно. Для Дании отдельно, для Швейцарии отдельно. Индивидуально делается под каждое народы, под языки. Но суть, видите, суть она остается. Именно наш родовой символ, знак. И вам тоже нужно делать визитные карточки, ваши визитки. Ваше родовое, природное. Вот. Сейчас вот с Екатериной Константиновной, то, что вот она ученица,
потому что всегда с новыми людьми новые дела. Если вы видите, вот Родина Ведическая Русь Возрождение. Это вот мы нарабатывали около года. То есть вот такой, видите, символ тоже, наш символ рода, он также идет тройной. Но именно идет Родина, Родина Родина Ведическая Русь Возрождение. Потому что это постоянно всегда меняется. Вот. И здесь на обратной стороне, если вы посмотрите, здесь наши контактные. Это я вам показываю, как вам примерно делать. Контактные данные, наши телефоны. Это сила, это мощь, это энергетика. Это все имеет прямое отношение к характеру, к харизме. Если вы на нашу стену посмотрите, вы увидите там наши этрусские руны, увидите устройство малого сворожья, затем увидите род и природа Альфа и Омега, затем идут руса, славяно, арийские боги, там идет мужское и женское начало, то есть супруг, супруга, мужское и женское, затем индийские ведические боги, я сегодня этого коснусь, это имеет прямое отношение к характеру, к йогам, к медитациям, к набору энергетики. Там идет тоже гармония мужского и женского начала. Если вы дальше пойдете, следующие идут иудейские боги. Если вы внимательно посмотрите, там отсутствует женское начало. Там одни мужчины. Вот если вы в символы вот так посмотрите, то есть всегда идет преобладание энергии одной моно. И когда идет моноэнергии, тогда в семье всегда кто-то принижен. А мужчина — это защита, опора, женщина, любовь и забота. Мы тоже сегодня это обязательно коснемся. Теперь давайте разберем, что означает характер и почему родовой знахарь. То есть тот, кто знает, как взаимодействует, действует, возрождается, хор духов мужского и женского начала, знахарь, идет хар. Само в основе именно по нашим рунам хар. Хор духов мужского и женского начала, вместилище разума, рода. И тот, кто знает, как взаимодействовать видимые и невидимые силы, но везде в основе мужское и женское начало. Хар. Отсюда характер и отсюда харизма. То есть в основе лежит хар. Хор духов мужского и женского начала, вместилище разума, рода. Дальше. Вместилище разума, корень мужского и женского начала. С тем триединством рода, то есть характер. И если вы хар уберете, получится актер. Характер, хар, уберите и прочитайте, актер. И актеры играют. И вот эта вся жизнь, вот жизнь, Россия, санскрита переводится поле для игры богов. И когда люди кого-то копируют, допустим, режиссер пишет сценарий, затем он снимается, актеры играют. И тогда вот эта вся энергетика идет вот здесь, в животе. Видите, актер. Если человек глубоко погружается в какую-то роль и не может выйти, у него начинаются изменения. На духовном, на душевном, на физическом, энергетическом уровне. Сначала какие проблемы? Сначала начинаются проблемы... Конфликт мужского и женского начала начинается в роду, то есть конфликт с родителями, с супругами, супругой, то есть мужского и женского начала, с детьми, с родственниками. Затем он потихонечку переходит со служивцами, на работе, с соседями. То есть это первый звоночек, что в энергетике не лады. Если человек не делает выводы, следующий вариант. Бьет по здоровью, то есть начинаются физические изменения и проблемы у человека со здоровьем. Это следующий уже этап. И если опять же человек не делает выводы, а и обращается, допустим, к врачам за лекарствами, либо ищет крайних, у него идет еще дальше проблема. И у человека начинается апатия, у человека начинается депрессия, у человека начинаются страхи. И все это идет именно от живота. Потому что это и есть санхара, пуп. Пуп, есть выражение пуп земли. Пуп — это очень важно.
Вот есть такой индийский бог Вишну, он лежит, у него вырос цветок лотоса и сидит Брахман-творец. И самый первый принцип, это вы можете у себя посмотреть, и как проблемы с харой, с характером, с золотником, с пупом. Пуп уходит с места. То есть пуп это такое нервное окончание. Когда ребенок находится во чреве мамы, он через пуповиночку питается. И затем вот это остается, связь со всей женской вселенной. И пуп он должен быть в центре. И когда у человека идет сбой мужского женского начала, допустим, обида на женское начало, либо человек уходит в материализм, то есть он не думает о душе, о духе, об энергетике, чисто пытается заработать денег, купить продукты, одежду, чисто его интересует только видимый материальный мир. То, что говорят люди бездушевно, человек душу якобы потерял, продал и так далее. Тогда пуп у этих людей уходит влево. И любая обида на женское начало, пуп уходит влево. Обида на мужское начало, либо преобладание. Твои, сынок, что зовутся русскими, что зовутся русскими, реки, леса, птиц голоса, в сердце любовь, звон в небесах.